В Сергиевском районе с соблюдением всех мер санэпидбезопасности проходят предпраздничные тематические мероприятия, в том числе и на открытом воздухе. Их череду начинал Центр молодежных инициатив, организовав вечер активных игр в парке на улице Георгиевская, поселка Суходол. Летом стройная, зеленая была. Дед Мороз, эй, Дед Мороз, ты нам зимушку принес, ты открыл... Белый цвет самый лучший в мире день. Все в нарядах ярких, дети ждут подарков, потому что знают, дети, скоро Новый год. В парке сразу 8 персонажей во главе с центральными героями новогодних дней, Дедом Морозом и Снегурочкой, развлекли гостей площадки задорными конкурсами. Полсотни посетителей смогли помериться ловкостью, смекалкой, силами друг с другом и первыми морозами. В финале молодые аниматоры предложили гостям парка интеллектуальные конкурсы. Танечка, не плачь, не тони, девочки, мать. Мы закружим хоровод, бусы, шарики, гирлянды. Ждем тебя, мы Новый год. Добавим, что у Центра молодежных инициатив есть еще масса планов на текущую зиму, среди которых и проведение в предпраздничное время в отдаленных от центра района селах новогодних елок. И все это силами 15 человек. Спасибо им за активность и почти волшебный позитив. Екатерина Реснянская, Денис Ветрюк для информационной службы телекомпании «Радуга-3».